Ребят, ну а перед началом данного видеоролика хотел бы вам рассказать о крутом сервисе, которым сам пользуюсь. iMarket – платформа для продажи и покупки скинов. Выбираешь скин, который хочешь продать, нажимаешь «Получить деньги», 2 минуты и денежку у тебя на кармане. А по моему промокоду будет бонус в размере 5%. Ну что же, всем привет, дорогие друзья, вы как всегда на канале Лупу. Сегодня мы вместе с вами плавно перемещаемся на сайте Skinbox, пополнил данный сайт на 15 тысяч рублей. Обязательно, если ты захочешь пополниться, просто вот сюда вот Лу, ой, не так, вот так вот, Лу23 вводишь, дает тебе 23% на пополнение. Что ж, а мы поехали поскорее начинать. Начинать мы сегодня будем с кейсика «Путешественник». Три раска сразу его ударим, посмотрим. Может быть, сразу же покажешь плюса, хотел сказать. А вот они сразу у нас с тобой и есть. Сэндшторм за 200 рублей. Я думал, кстати, он 1600 стоит на самом-то деле. 5500, а потратили мы 3800. Хорошо, тогда сразу пятерочку долбанем. Шибанем. Шамарнем, блять. И все в этом духе. И... ой-ой-ой, тут как-то все плохо. А нет, 7600, погоди. А, ну да, чуть-чуть в плюс дало. Ну ладно, окей. Сегодня, как и обычно, на любом видеоролике по скинбоксу будут присутствовать 10% апгрейды, потому что на данном сайте они залетают достаточно хорошо. Ну, я надеюсь, что я от своих слов в конце ролика не откажусь, что они очень хорошо здесь залетают. Но пока что будем надеяться только на удачу. Определенно точно, потому что баланс еще 12 тысяч рублей. Я думаю, с первого прокрута нам вряд ли что-либо упадет на 10%. А вот со второго будем уже надеяться. Будем надеяться, верить и желать какой-нибудь хорошенький, достойный скин. Хотя, если даже вот сейчас вот калашик Азимов зайдет на 10%, то уже будет прекрасно, 18 тысяч рублей. Это будет достаточно хорошо, наверное. Это просто будет мой депозит. Просто вот я выведу и уйду в ноль. Но в ноль уходить, конечно, бы не хотелось. Давай стилет залетит. Нет, не залетит, к сожалению. Ладно, ничего страшного. Так, давай-ка тогда еще 5 кейсиков путешественник мы с тобой откроем. Зайдем. Вау, перчаточки упали. Вот это другой разговор. Ебаный в рот. Но все-таки 10% апгрейд. Без него я, наверное, сегодня не буду уходить с сайта. По крайней мере, не хочу. Не хочу и точка. Хорошо, вот сейчас вот. Давай 10% уже начнут залетать. Парочку подряд залетит, как обычно. Как обычно у нас с тобой. Парочка подряд, если залетает, то деньги появляются просто и быстро. Хорошо летит. Может даже, наверное, зайти. И он зашел. Ладно, 17 тысяч рублей. Приятность, как минимум, правильно? А еще один давай, фьюл инжектор, примерчик. А давай еще чуть-чуть. Отлично, ну вот, про какие 10% я говорил. Ну вот, они же есть. Я же не наврал, ни в коем разе. Хорошо, еще тогда перчаточки на x2 сделаем. Вот такой вот апгрейдик еще. Ну тут, конечно, да, тут пролет, проеб и все в этом духе. Ну давай, ладно, не знаю, будем, наверное, пробовать вот эти вот. Хотя нет, не пробовать. А продадим вот так 34 тысячи рублей. 40 тысяч рублей у нас с тобой на балансе. Значит что? Значит кейсик Анубис за 33 тысячи рублей сейчас полетит открываться. Что ж, обязательно не забудь подписаться на канал, поставить лайк. Тем самым ты поддержишь очень сильно Сему. Калашик путешественник. Ну, он может как нихуя не стоить, так и дохуя может стоить. Но стоит он 31. А что если мы чисто в теории просто вот так вот на x1.5 его ставим и потом просто идем убивать вам какой-нибудь предмет на розыгрыш? Или лучше еще разок? Давай нет, давай лучше еще разок откроем. Продать, окей. 37 тысяч рублей. Ладно. Кейсик Анубис за 33 тысячи рублей. Очень дорого. Бля, ну... только не говори, что ты 1015 стоишь. Ну не будем только, давай, 22 тысячи рублей. Господи, ну так не нужно было. Давай x2. Вот на вот этот лор, чтобы он зашел. Зайдет? Ай-яй-яй, перекатится! Ну, да, обидненько. 5000 рублей превращается в 6. Еще раз, 5 в 10 превращается. 4 кейса мы можем себе позволить. Мы откроем. 10% попробуем еще раз словить. И я надеюсь, что словим.
С первого нахуй, да? Ай, перекат. Перекат, к сожалению. Ну ладно, еще 4 попытки имеется. Ой, 4, 3. 3 попыточки еще у нас с тобой имеется. Хорошо летит. Пожалуйста, 10%. Не подводит. Не подводит. Данный сайт меня не подводит с 10% апгрейдами. И я благодарен ему всем за это. Еще один, что ли? Ну нет, это было бы нагло достаточно. Два подряд 10%. Второй раз. Очень вряд ли такое залетает. Ну ладно, еще вот тогда. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой, что это за угол такой? Да ладно. Ну нет, не поверю. Не поверю, что второй залетит. Давай тогда на x2 вот это вот. Вот этот вот ножичек сделаем. Да, будет хорошо. Нет, будет очень плохо. 50% шанс, ровненько. И он у нас залетает. 38 тысяч мы себе можем позволить вывести, грубо говоря, сегодня. Но я был бы не я, если бы не захотел бы еще раз открыть кейс Anubis. Правильно. Ну, конечно, 3 раза открываем кейс. Третий раз, точнее, открываем кейс Anubis. И получаем уже, конечно, полную ебуту. За сколько? За 25 тысяч рублей? Да не нужна она мне за 25. Ну, ты что, гонишь? Ну нет, это было бы очень нагло. Ну, ну давай, вот доплер. Ой, доплер, Marble Fate. Ебать, если бы я сейчас на 10% поставил. Ой-ой-ой, какая бы сладость сейчас была. Ладно, мужики, и обязательно что-то выведем вам на розыгрыш. Вот, вот так вот, открываем 5 кейсиков путешественник. И выводим что-то еще определенно точно вам на розыгрыш. Поин Дизери можно вывести. Императрицу можно вывести. А, Поин Дизери нельзя. 690 рублей. Пацаны, такое не разыгрываем. Кадрет смело нахуй. Смело кадрет. Если он сейчас залетает, в розыгрыш пускаем. Не залетает, к сожалению, он. Хорошо. Давай следующий тогда айтем. Что тут? Ну, АВП Хайпер Бист. Попробуем, почему бы и нет. Да, АВП Хайпер Бист сегодня может отправиться кому-то из вас в инвентарь. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, ты должен быть просто подписанным на канал, поставить лайк, написать, конечно же, комментарий, собственно говоря, из которых я и буду выбирать, кто выиграет. А сейчас Сёма еще выбьет себе какой-нибудь скинчик на вывод, хотел сказать, но вот не получилось. Эмбочку императрицу я, наверное, все-таки тоже подсейвлю на всякий случай, мало ли. Мало ли в каких-нибудь роликах не будет скинов на вывод, и мы будем разыгрывать именно ее. Что ж, а сегодня с 15 тысяч рублей мы забираем с тобой 41. Ну это, конечно, это, бля, было бы гораздо круче, если бы я до этого ролика не задепал сюда 1025, по-моему, или 20. Просто первый депозит был 10, я не помню, вот 15-ку или 10-ку я закидывал второй раз. Ладно. Короче, 41 тысяча с 15, очень приятный результат. Что ж, еще раз, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока-пока. Пока.